Так, он тут один? Или нет? Вот это вот. Вот это вот мне интересно. Это 2000-й. А ну. Нет, кто-то еще есть. Блять. Ну, кстати, рейтить Вигина на Мираже — это не такая уж дебильная затея. Несмотря на то, что Мираж тоже Дельта Винг. Но у Миража гораздо мощнее движка. А, блядь, подожди, у меня до сих пор... Ебать. Я идиот. Я сейчас, в принципе, из-за этого только что его не сбил, походу. Так, ну вот на закрылочках что-то прям Виген нормально доворачивает, походу. Так, надо набирать скорость. Надо это как-то перевести опять в один круг. Не, походу не получится. Хотя... Ну, блять, у него скорость выше. А я практически в воздухе стою. Есть! Хе-хе! Победил! Вот ради этого я играю в War Thunder, блять, можно мне режим один на один? Вот можно мне режим один на один, пожалуйста, в игру? Вот чтобы было интересно. Мне вот нахер не нужны вот эти вот массовые гачи-мучи 16 на 16 в центре карты. Как бы в которых просто ракеты всюду летают, и ты какую-нибудь из них дословишь. Или сам просто влетаешь, раздаешь, но как бы никакой твоей заслуги в этом нет. У тебя просто ракеты позалетали, потому что типы тебя не видели. Вот один фраг за катку, бля, я этим фрагом доволен. Просто я, по крайней мере, его заслужил. Это был интересный файт с типом, как бы вот. Эта катка перекрывает любую, где я там делал 4, 5, 6 фрагов, где это просто были дебильные ракеты, раскиданные вот куда-то туда. Вот, которые просто позалетали, потому что они либо ЛТЦ игнорят, либо еще какая-нибудь херня. Вот, либо типы их не увидели, потому что у них маркера не было. Вот здесь вот просто вот прям четкий, хороший файт был. Вот бы такого в игре больше, но разработчик, видимо, не за этим игру делает.